Если включается ядовитый, просто все становятся в трусы, а танк вокруг нас водит босса. И все, мы просто хилим танка, а РДД разваливается. Не, там больше нет никакой тактики. Если активируется электричество, пропишите себе рейндж 10. Сейчас сам себе пропишу. И на... держитесь на этом рейндже, РДДшники. Милик, я вот метку ставлю. Убегаете в квадрат. Все, вы держитесь на рейндже, хилите весь рейд, мы с тобой хилим. На одного из членов рейда кидается метка, он дамажит всех вокруг себя. То есть для этого на рейндже стоит надо. Будут появляться сферы. В них ДДшники заливаются, все бьют сферу. Тот, кто последний урон наносит сфере смертельный, ему дается баф, что он может кинуть молот. Посреди экрана появляется кнопочка «Кинуть молот». Этот молот кидается только в каст аннигиляции босса. То есть у тебя, типа, ни до этого молота не появится, так как ты не дамажишь. Забей. Вот. Все. Тот, у кого есть молот, тот дамажит босса, не сыщется сфера. Только началась аннигиляция, он кидает. И по-простому, у тебя по факту три фазы. Ядовитый ты стоишь в центре, аркан, который сейчас ты стоишь, вот как сказал Женька, и помогаешь закрывать руны, если необходимо, а так в основном хилишь. Если говорят электрически, ты просто набираешь оранж. Оранж 12. Набираешь и хилишь. Так, а как баф называется этот? Какой именно? Электрический. А проводник молний? Проводник молний, да. Да, сейчас я все забью в этот. Вот. Проводник, блядь. Сохранить. Все, заебись. Так, ну шо, еще раз говорю, настой. Ой, эти, на сопрот выпиваю. Намазываем грудак. И поехали. Не убьем с первого трая, ничего страшного. Локал, ты дай, наверное, на войда этот камень. Локал, проснись, ты обосрался. Ну все, потеряли пацана. Потеряли пацана. Степанин. Дай СС на войда. Настой перепеть. Бля, Степанида, ты угораешь? Я вот это все объяснял, а ты, блядь, АФК стоял? Я, говорит, нихуя не понял и ушел. Еще раз объясняю, давай. Да не надо ничего хило объяснять. Тебе, блядь, главное рейндж набрать на электрическом. Все, не надо никакие сферы закрывать, нихуя не делай, я сам все закрою. Ну, увидишь потом, в следующий раз закроешь. На электрическом что, я буду тогда по этим ориентировать? Да, говори по мавкам. Да. Ну все, даю отчет и поехали. Это, блядь, отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Там Валера массакра не забывай сдавать, на когда рунки будут. Давайте Геру. Когда? Геру. Ебать, там игро рвется. Совы, блять, хватит. Руны через 5 секунд. На фу, а где же все? Руны. Полетели. Монки дальнюю закрой. У нас тут слева быстрее кто-нибудь, любой. Кона умер на руне. Ой, дай БР, Кона. Блять. Еще один есть БР? Я держу на нем кнопку. Каю. Ну, Кона стоит. Через... А, ДКД, блять. Руны. Руны. Я у стою. Нас тут быстро еще на рамбе одна. Конек, конек. Ага, все. Амину дай. Даба. Вообще не до нее сейчас было. Руны через 3. Руны. Что? Монки, закрой ближнюю. Массакру сдал. Блять, типа не до умер. Пиздец, ну все, выйдем. Да, да, лок. БЛ, БЛ, один хуй надо сбасать. Можешь Валера кинуть эту. Чё, мы не заэвэйдим, что ли? БЛ сбрасывать, да. Я СС сейчас не буду отдавать, я лучше оставлю его. Да ладно, тут БЛ, ебать, люто что-то не дает, конечно, побыстрее перейдем.
Чем быстрее перейдем, тем лучше. Ну, блин, Степанида, потей, у тебя намного меньше, чем у меня ХПС, намного. Давайте не ставьте, не ставьте. Вы не пройдете там, там же мобы стоят. Вас сейчас резнут. Ну, я сейчас СС тогда Степаниде дам, раз он падает у нас так. Я сижу на счетах Степанида, вот ты видишь, что-то просел, не жди, что я его прохилю. Моя задача всех обсчитывать, чтобы у них плюс к фулл ХП еще щит был. Я стараюсь прохиливать тех, кто просел, но моя приоритетная задача рассказать, что ты... Потом хочешь сделать? Ну, пару раз попробовать. Ничего не понятно. Три хила было. Да не надо нам три хила. Тут он сам себя просто не прохилил, почти весь рейд был фуллом. Кона умер тоже. Кон умер, он что не прохилил, он умнут именно. Женек занимается тем, что упреждает смертельный урон, а... Я просто затупил щиток, не дал хона, прожал гимн и не тикнул, в тот момент он встал, ему сразу щит, видимо, взорвался на бой. Я за второй раз, когда его первый раз. Я говорю, первый раз он умер, видимо, щит взорвался. А, первый, кстати, хз. А, ну потому что он убежал в рунку, которую там что-то не успевали закрыть или что. Не-не-не, он нормально первый раз. Прям он просто встал и... Значит, рунку сложно закрывали, ДПС пролетел жуткий там, почти все просели очень сильно. Короче, есть две массакры, и у каждого есть прожимки. Сакры с прожимками чередуйте просто. Нету прожимок у шаманов. Вот шаман должен кастовать хилку через себя. Нет, ну мы поднимаем все, не проблема. У нас первая дается массакра у Валерина. Потом Степанида может дать, прожать бабл массакру. Потом свои прожимки отдаем, потом опять Валера. Он ты где? Сейчас я Степаниде дам. СС. Степанида, у тебя же есть массакра? Засумонили тебя уже. Ну все, я тебе скажу, когда сдавать. Только бабл массакра. Сначала бабл, потом массакра. Он ебать это. Он 2 ГКД проебет, а хуй его знает, как это хилить попутно. Кон, ты там где пропал? Тебя сумонят уже раз 15. Кушай рыбку. Лапку дай. 300 баф. Да. Пет на мне не хватает, словно. Лапка есть, 300 баф. Вот тотемы появились. Источник команды можешь не ставить, у всех МП5 висит. Ты можешь от хила поставить там. Ну и, соответственно, можно... Я понимаю, что ДПС просядет, но думаю, можно гнев воздуха поменять от сил природы. Считай, они все... А, хотя нет, на Аркане нет. Без принципа. Аркане не подействует сила природы. Да, не надо. Пусть лучше хаз будет. Так, все готовы? Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Геро. Руны через 6. Валера, сдашь? Да. Руны кастует. Я стою. В рамбе еще одна, быстро дальняя. Дальнюю или в этом? Монки, как тебя фаншотило? Да все. Все, дамажим без монки. Давай, я тогда останусь в рамбе. Аркрайт сместится в ромб. Значит, милишники будут бегать. 2 секунды до рун. Степанида, готовь массакру. Руна. Давай массакру, Степанида. Аркрайт дальнюю. Поднимай, я щиты раскидываю. Мне некогда их щиты поднимать. Руны через 5. Сейчас руны кастовать будет. Руны. Дайте свои прожимки. Рун много. У рамба слева. Еще одна. Все. Поднимайте по хп. Поднимаю. Минус аркрайт. Вы РКД, я думаю, уже бессмысленно.
Да. Добейте, да, дальнейшие же простые боссы, если этого переведем. Мы по сферам будем успевать задамажить. По сферам успевать будем. Сейчас кастовать будет руны. Руны пошли. В рамбе еще одна, я только одну закрою. Не. Да, сомшотила. Ну блин. У меня 7600 хпс, у Степаниды 5500, как бы, ну большая разница. Я понимаю, что потность Степанида, но тут по-другому не пройдешь. Мне починиться надо, я когда починюсь. Мне тоже. Ну, нахожу, есть этот, да, пусть он сейчас встанет. Ну, это, поднимет. Если подними меня и еще кого-нибудь. Ну, спекайся, вот, что, давай в 3 хила, раз, такая проблема. Че, в 3 били его уже? Нет, не били. Ну, будем бить. Ветер дует, и мы будем дуть. У вас выбора нет. У меня есть выбор. Есть у кого с собой дживс? Мы уже бежим по чинке, у меня под дживс. Нажмите на камень. Я мертвый. Валяюсь в проходе. Я пошел умру, так что сумоньте. Зачем умирать? Потому что я не смогу так вниз спуститься к починке. Да, Лоран, картонись, блядь, да починись, там мы тебя засумоним обратно. Я уже умираю. Мне ничто не остановит, блядь. Да. Кого еще сумонить? Монки, ни хера ты сдох. Меня. Тыкайте в шкаф, алло. Да, бегим, бегаем. Тогда давай. Меня главное, суманите. Войд, ты тогда помогай закрывать с луны со стороны, чуть ближе к ним встанешь. Угу. А я со стороны ромба буду помогать закрывать. Еще по одному арту делаю. Степанида по центру стоит? А, Степанида, если только под тебя плюнет, тогда закрывай, так забей. Кого еще не хватает? Так, а в Луне двое, может мне поближе к Луне держаться, тогда, если у вас там трое будет. Не, у нас кто? Хожу и Аркрайт. Я был в трусах. А, встань тогда в Луну, сейчас. Все, хорошо. Оба, да, засуманить? Он здесь уже. Кого не хватает? А, хожу во сне, ты где? А, ну ты не слетел. Баб? А, и на него же этот кинули диван. Заебись, что Аркан первый. Каким мы бы он последний был, ебались бы, как потом бы умирали в конце. Но сам факт того, что мы на Аркане не можем его перевести, это пиздец. Как по мне, молния самый неприятный, а не Аркан. Да, да. Эти все изи, Аркан самый такой. Аркан самый дебильный. Я знаю, не вижу ничего дебильного. На молнии, молнии просто... Дебильность в том, что ты, блядь, без ДЦ его не пройдешь. Аркана, именно. Да. Мы же убивали без ДЦ. На молнии главное 10. Да, вы убивали без ДЦ. Первый раз, да. Не, я тоже спекнулся. А, да. Да, все разоспеклось, а так. Все, он дает, счет, поехал. 5, 4, 3, 2, 1. Геру. Угу. 5 секунд, Арун. Руны. Ну, да, Валера, дай стяжку. Я закрою, закрою. Я забил. Ладно. Блять. Бля, копейки стягиваю. О, локал, блять, нахуй. Скинь игру. Сейчас скину. О, чуть не сорвал. Сейчас кастуют руны. Угу. Руны. Они достягивай. Коба встал, отлично. Фона поднимаю. О, монки, блять, разваливаются. Вторые припоты бейте. Руны 5 секунд. Сейчас свои прожимки отдаете на руны. Кастуют руны. С
свои прожимки скидывать. Монки дальнюю закроешь? Я закрою здесь. Вперед. Три хила вообще изи. Да? Да, да. Правильно говорил Warcry. Лучше долго. 4 секунды. Что, Валера, у тебя откатилась? Кастуют руны. Ну, отхиливаем так, как можно. Очень много руны. Бегу. У нас еще двое, еще один быстро. Вайп. Луна, ебаный рот, ну чё? Там 4 руны было. Сказал же, в ромбе руны. Вы же, если видите, что у вас на стороне всего лишь две, ну это же очевидно, что нужно бежать в другую сторону, тем, у кого спринт, есть еще что-то. Типа не дорезай всех. Но это супер редко происходит, когда 4 руны на одной. Но это же, блядь, очевидно, что если некому ничего закрыть с вашей стороны, нужно бежать. Миликам надо постоянно быть на фоксе. Но у нас милики только если с ботинками могут быстро добежать. Да нет, на самом деле, он паладин быстро бегает. А вы зачем встаете? Вы же не пройдете все равно. Чего? Ну, может, починиться. Конечно. Какой паладин быстро бегает? Ретрик побыстрее бегает, чем тот же ДК. Я же талант не взял. Так ДК может анхоли включить. Да, ДК анхоли включает и бежит. Это если у него руны есть свободные. А если у него в этот момент руны нет? ТПФ-ка дабл, да, Степан? Ну, Степан так, еще пока не понимает, что происходит. Стоит на месте. Да, тяжело. Сейчас ему настолько тяжело, чтобы, видишь, мы в три хила идем. Так что пусть привлекает пока. И божественный замысел взял взамен погони, понял. Степанида, видишь, где дохуя рун, как сейчас 4? Бегу в ту сторону, там распределимся. Ну ладно, сейчас вообще хватает за глаза, поэтому... А, да. Подожди, ты же сейчас просил просто стоять Степаниду, по сути. Да, не, все. А, понял. Ну чё? Что ебать, ну 4 руны, еще не ебать, как далеко все кинулись, блядь, на максимальный раунд. Я даже не успел добежать до той, которую хотел я закрыть, блядь. Ты вот сюда ставишь, да, босса? Да, я по центру ставлю. Вот тут, да? Да, да. Окей. Да ты можешь вообще трапу по пути кинуть, да и хуй забить. Где-нибудь в квадрате, ну не в прям в квадрате, но под него. Все тут. Готов. Ебать, котов. Оба не покушали. Нет, ты сильно ставишь. Вот сюда куда-нибудь ставь, Монки, вот сюда. Вот здесь гарантированно. Я туда и ставлю, он, блядь, сюда гарантированно взрывается. Пройдет. Не, взрывает, он дагеры. 5, 4. А, подожди, давай подождем 40 секунд, дагеры. Да, хрен с ней, у меня нету. После первого круга нет. Дашь, как откадашится Гера просто. Смотри, прям на твою трапу завел. Хоба откуда-то урон утонул, кто-то дикий. Может, оторвал у меня на секунду? Не знаю. 5 секунд, Дарун. Кастует руны. Я растягиваю. Угу. Втягиваю. Я закрою, я закрою на чистой луне. Блядь. Ну, нормально, я закрыл. Там с коном ебать. Друг другу закрывали. 3 секунды, Дарун. Степанида, готовься. Кастует руны. Панина. Давай. Втягивай, Степанида. Закрою кон, беги. Даю. Уйди с руны, а? Они уже взорвались. В этом пизделе. 5 секунд, рун. Локал агро по возможности, если что. Руны кастует. Сдавайте свои прожимки. Я закрою монки здесь. Я батя скон стянул вовремя. Почему столько урона лутает? Ты Гера, если откатилась, дай. Сейчас забыл про нее. Да, все ок. 5 секунд, рун. Опять же свои прожимки тыкаем, у кого еще есть. Кастуют руны. Заранее еще одна стока. Быстрее у них там руна. Блять.
как он... Ну ладно, ничего. Ой, блядь. Ну а же там три человека было. Ну три руны. Три ФДДшера. Только два почему? Ну как три? У вас стоит. Два друля и хожу. Стоял я, один и РК и край. Друида не было вообще рядом. А чё, локал, ты где был? В смысле, я закрывал на ромбе. Ну, так с ромба было три руны, одну из них не закрыли. Не с ромба, с луны одну руну не закрыли. Закрыли. Мы на ромбе закрыли три, я, Монки и Степанида к нам пришел. Мы свои-то закрыли. На луне ну, одну. А, ну да, я говорю про луну, то есть, блядь, я встал на хуесто. Там, кто стоял с луны, не закрыли одну. У тебя есть нож? А, ты же не инженер, блядь. Ну что, бежим? Ну, придется всем бежать. Пойду заодно починю щепто. Даже сказал, где стоять, что проблема. Ну, по логике там Войд должен был закрывать на луне, раз их там трое тоже стоит. Да, Войд, ты стоишь, закрываешь руну, которая обычно всегда ДК берет, так бы успел бы. А, ну сейчас я подальше туда встану. Грубо говоря, слева и справа от босса там паладин и ДК, вот две руны. Да, которые... стой за трусами, то есть в самой дальней точке от босса за трусами. Там милики сами все закроют. Если милики дальше, чем раньше вашей атаки, не бегите там. Там я закроюсь. Что-то. Ну там видно будет. То есть, если я куда-то подбежал, можете убегать от нее. Да я видишь, может меня как-то в центр поставить вместо кого-то? Кто там в центре стоит? Так это я тебе сказал, стой в центре, только ты бегаешь в сторону луны. Ты что, не услышал? Я бегаю в сторону ромба, ты в сторону луны. Ебать нам дохуя до 25 уровня. А, да ничего, поставочки дадут. И докачаем. Да, торопимся. Мы, блядь, смотрителя убить не можем. Торопимся 25 левел получить. Капельки не хватает дотянуть. Ну да. Тут же моб, сука, живой. Тут мертвый аракрайт лежит. А, ты, наверное, это уже, да, сейчас? Ой, а что так больно? Больно капец. А там второй живой дух. Ебать, мы заебаток пропустили. А там вы там у босса или чё? Мы считали, что мы идём. Чё вы побежали вздыхать-то? Я думал, вы у босса лежите, сидите. Нет, я же сказал. Нет. Резать некому, мы побежали. Там Монки один живой был. Да. Рисни пока, Войд. Да ебанутый, что ли, ты откуда согрелся? Ну, Войд. Тебя согрелся. Ну, я и говорю, откуда, блядь, согрелся, там раньше пиздец. Так. Ага, и он уже не отвяжется, да? Ну, уже да, походу. Ну, пусть тераторка внизу остается, вы просто наверху бегите и все. Да, тут есть вот хилы, сова есть. Так что подхилят. Вы что, убиваете их? Нет, да. Я наверх-то еще. Нет, что? Зачем надо убивать их? Пошли, там ДПС или пусть есть. Хм. Давай, короче, сносим их нахуй. Монк, иди беги обратно, блядь, дамаж. Стрелы сверху так летят. У меня хайграунд, блядь. Плюс урон. Дивинити играли? Нет. Монки, дай на пул по этим мобам. Ебать, они долгие, блядь. Угу. Уже хожу подошел.
Женьком. О, один отвалился. Другого еще полтора ляма. Хули прихила, блин. Я хуярю. Тоже могу похуярить. У меня 1000 ДПС, ебать. 1200, да, ебаш. Короче, я так подумал. Пошли, короче, моб. Ёбаный. Я не разогнался, он полторы уже. Сейчас 1600 будет, нахуй. Пизду, пошли. Пошли, моб. Моб, пошли. Сейчас заевейдится. Сейчас опять заевейдится, да. Да, да, его добить, блядь. Он сейчас пусть стоит. Кто он заявится, за мной идет. У души вытягиваешь душу. У призрак. Бессердечный. Хули нет. Хули нет, когда да. И эти встали. Ровно. Чисто, блядь. Тайминг поймали. Бабки от Браза пришли. Ну, закупай фласки, рыбу. А там, блядь, 500 голды. Какие бабки? Сумонять колбу можешь? Тут почтовый ящик тебе поставили. Так сумонили же, вот оно. Чего, блядь, сколько облагаемый, блядь? Я облагаю. 60, короче, сфер рыцаря скинул 100 тысяч денег. Чё? 60 сфер рыцаря и 100 тысяч денег. Если ну себе, вот. Я себе у него там запасы. Ну, бля, крутил, походу, на рулетке. Ты при голде? Ёпта. Купи мне боты 213. Было так. По сути, мог бы в ГБ просто положить 100 тысяч. Все равно только я оттуда снимаю, ебать, на рыбу. Ну, норм. На хану надо. Ну, что там? Дом. Все, все готово. Все, распределились, чтобы опять, блядь, не пропустить руны. Нет. Готовились. Ай, блядь. Про край отбеги сюда. 5, 4, 3, 2, 1. Геро. Руны через 5. Кастует руна. Руны пошли. Валер, не стягивай пока. На рамбе еще одна. Локал оторвешь сейчас. Я пока не бью. Ты не кидал, да, Валера? Нет. Ты что, у меня просто щиты живут хорошо на первый раз. На следующий раз кинешь. 5 секунд руны. Кастует. Руны пошли. Сдаю? Закрою, да, сдавай. На ромбе еще одна. Умрете. Бля, вообще нихуя не стянул. Хорошо, локал там продамажило. Коба опасно стоял на руде. На самом краю. Один до следующей тысячи. 5 секунд. Руна. Степанида, стягивай. 4. Я закрыл. Степанида, стягивай. Поставлю так, чтобы в случае чего вы оба могли. Ага. Сейчас 5. Свои прожимочки отдавайте, в следующий раз защитные. 5 секунд руны. Дымаем на фулсе. Кастую. Руны пошли.
На рамбе только одна, закрывайте остальные. Так, нормально. Блять, Коба. Стой, 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 ты куда? Кон. А, все, ок. Да, еще висит, когда взорвалась. Все, понял. Я просто. Сейчас переведется. Электрический, электрический. Раньше набрали. Сейчас появится сверка, сверку все дамажат. Ну, Войд, говори, кто. Монки дебаф. Ну, вынес. Сфера. Сферу дамажит. Кучно Коба. Стоит. Аркрайт дебаф. Коба, сбивай. Коба, сбивай. Я говорю, когда дебаф, просто смотрите, что вокруг вас никого нет. Сфера появилась. Коба дебаф, Коба, Коба дебаф. На мне я собью. Коба дебаф. Сферу играете. А, все ок. Войд, дебафни тебе. Аннигиляция. Я сейчас, я собью. Сферу быстрее убивайте. Уже Забью. Еще одна появилась. Монки, ты сбиваешь. Кона дебаф. Я сбиваю следующий? Да. Да, ты вот сейчас, который будет, ты сбиваешь. Локал дебаф. Следующий Аркрайт следующий. Монки, ты сбил уже? Вот сейчас сбиваю. Я сбиваю. Аркрайт, ты следующий. Сиди на 8. Я прожал. Тогда взломаем быстрее сферу. Все. Монки, твоя. Монки, ты сбиваешь. Хорошо. Где? Я за анонсу когда собью. Да. Кона дебаф. Аркрайт ждешь. Когда скажу, тогда сбивать будешь. Сбил, я сбил, я сбил, я сбил. Аркрайт, Аркрайт, бьешь босса, следующий каст твой. А на нем есть баф? Монки дебаф. Хожу. Каждый когда сбить. Следующий Аркрайт. Хожу. Ждем. Хожу на тебя дебаф. Кто сейчас сбивает? Аркрайт сейчас сбивает. Все, Аркрайт сбил, хожу, следующий твой. Монки, ты после хожу. Хожу, за анонсишь, когда собьешь. О, Степанида, БР есть, Войд? Дай. А, Тираторка, ты? Сбил, сбил, сбил. Монки, ты следующий. Хорошо. Что-то на ману надо придумать. Степанида добавь, сейчас гимн дам. Сейчас щиты раскидаю. Быстрее сферу нужно забить. Да, чему с быстрее? Я не понял, Валера, у тебя молоток есть? Да, Монки, ты... есть, есть. А, все. Монки следующий. Монки. Забиваю. Да. Сбил. Ага. Следующий Валера разбивает. Да. Локал добав. Так, на мне не кляться. Давайте в босса играйте. Сейчас переведете уже через 5%. Монки дебаф. Сбиваю. Я не могу, блядь, пизда. А, 1%. 1% до перевода. Сейчас перевод. Все, встали все в трусы. Ебаная пизда. Скажешь, когда у тебя будет максимум стаков, то есть перед тем, как бабл, я тебе зубы дам, и после зубов бабл нажмешь. Да, на ранже даже даются стаки. Хорошо? Да, да, да. Еще под зубами поживешь. Слышь, как он кидает. Ой, ты можешь подамажить, в принципе. Не стоит, я думаю, ману тратить. Да, лучше. А, ты тут ничего не делаешь. Он диспейлить будет, если что. Да, тут, короче говоря, вообще тяжело бить. Не знаю. Да, тяжело бить нам, потому что у нас 3 хила и мало РДД. Короче, а пока крылышки прожимаю, мне агро как-то надо набрать. Кон, ты смотри, не умри, потому что если Валера умрет, ты будешь танчить. Скажи ты, как хуёво прохиливать. Женька, дай пока зубы. Ох. Да. Ну, после зубов тогда и скинешь. В принципе, половину продамажили ровно. Все, можешь скидывать. Сейчас.
Да, у меня еще пока КД. Новый накинет когда? КД пока еще. Бать. На фулах держим танк? Все, скинул. Перебираем? А мне... Я сбросил, все нормально. Прохиливаем. Не, он просто ебанулся. Ебись от меня, нахуй, животные. Ну давайте мне сюда посох, блять, я спать пошел. Хуёса. Блять, где посох? О, бля, латы заебатые. Блять, какой это не нуждаете, что ли? Да, бля, пригодятся. Они охуенные. Там статов пиздец. Да, блять, лут говно, как всегда. Ну лут прям вообще говнище лютое. Ну, а плечо можно порулить, не? Что? Плечо можно порулить, не? Кожа. Да, руль. Я, по-моему, в прошлый раз забирал такое, да? Порольте, сова и... Я забирал, по-моему, в прошлый раз такие. Я не помню, по-моему, да. Сова тебе нужно? Отдавай. Отдавай, я сижу на хилату. Если не надо. Че, среда, да? Да, среду на 12 я поставлю. Да, прям сейчас даже заберу. На 12 ты успеешь? На 12 я не успею. Ой, на 13, да, на 13. Я пизданул. Все, я поставил.